рамках борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями администрация питающих советов проводит постоянное обследование территории улиц пчел. При выявлении дикорастущей конопли в частности производим уборку этой территории, выкашивание и уничтожение растений. В безопасном месте, соблюдение правил пожарной безопасности, производим уничтожение скошенной дикорастущей конопли. Все действия производим в присутствии сотрудника полиции. В данный момент старшего участкового полиции Плотников Дмитрия Владимировича.